Татарстан – один из лидеров Поволжья. По результатам выборов жители этого федерального округа выглядели очень достойно, заявил полпред президента Михаил Бабич, отвечая на вопросы журналистов. По явке ПФО на втором месте, по стране общий показатель 69,11%. Михаил Бабич отметил, что по количеству тех, кто голосовал за Владимира Путина, регион занял первое место. Организацию голосования полпред назвал высокой. Благодаря подготовке были учтены ошибки думских выборов. Кстати, я должен сказать, что два региона, это Татарстан и Нижегородская область, относительно результатов 2008 года улучшили даже свой результат. То есть, если общая тенденция все-таки несколько ниже результатов президентских выборов 2008 года, то два региона, Татарстан и Нижегородская область, улучшили свой результат. То есть, это говорит о том, что люди реально воочию ощутили вот те преимущества, которые тот социально-экономический курс, который сегодня проводится нашим правительством, нашим президентом, он действительно эффективен, он действительно сказывается на интересах каждого конкретного человека.